Добрый день, друзья! Постарался собрать всю информацию о лесных пожарах. Сейчас много об этом говорят, я, как обычно, постараюсь дать объемную картинку и малоизвестные вещи. Надеюсь на вашу поддержку, на репосты, и начнем вот с чего. Приказ от 30 июня 1920 года, номер 120. Ему 100 лет, представьте себе. О поджогах леса. Губревком приказывает всем волостным и сельским исполкомам, милиции и всему населению. Первое. Застигнутых на месте преступления убивать на месте. Второе. Всех, кто подстрекает к поджогам или ведет агитацию против тушения лесных пожаров, арестовывать и под сильным конвоем или связанными отправлять в Барнаул в губ ЧК. Ребята, может нам пора вернуть этот приказ в действие? Смотрите, какой интересный документ. Тут и народовластие настоящее. Ибо преступника наказать может не только милиция, но и все население. Так написано. И что особенно актуально для нашего времени, всех, кто ведет агитацию против тушения пожара, арестовывать. Именно об этом я буду чуть ниже рассказывать. А у нас против тушения пожара самые высокие чиновники. Уже сейчас площадь пожаров превысила 1,5 миллиона гектаров и продолжает расти. Гибнут десятки тысяч животных, ущерб составляет миллиарды рублей. Смог от сибирских пожаров уже ощущают в Казахстане и Татарстане. Судя по всему, в ближайшее время мы услышим о том, что пожар охватывает целые населенные пункты. И, конечно, многие эксперты говорят о том, что большинство из этих пожаров являются рукотворными. Это попытка замести следы от незаконных вырубок. Поди докажи на пепелище, этот лес сгорел или в Китай уехал? Это халатное отношение губернатора Красноярского края, председателя правительства и министра лесного хозяйства к своим полномочиям и обязанностям. Второе. Конечно, мы еще раз говорим, там, где не тушат пожары, это означает, что это кому-то нужно. Значит, нужно скрыть либо воровство леса, либо какую-то еще преступную свою деятельность. А мы с вами все гадали, почему же это дело Давыденко ни к чему не привело позитивному. И Путин ничего не делает, и отстранили ее от должности, и Караулов ничем не помог. Оказывается, есть имена, которые Давыденко просто боится назвать. «Горящий красноярский лес вырубает группа Илим», пишет издание «Тайга.Инфо». А группа Илим, друзья мои, тесно связана с именем Дмитрия Анатольевича Медведева. Мне кажется, это очень много объясняет. Дмитрий Медведев в свое время числился среди учредителей Илимпалп. Сам Дмитрий Анатольевич в книге «Медведев» говорит об этом весьма уклончиво. «Я даже сначала присутствовал в числе совладельцев в одной из компаний, учредителей основного холдинга, но потом я вышел из ее учредителей и к собственности компании уже не имел отношения». Впрочем, независимые расследования источников финансирования нашего тандемного Мишки говорят об обратном. Вот она истинная причина происходящего – бизнес Димона. Жители региона задыхаются, у них начинают сдавать нервы. Журналист новосибирского госканала Николай Сальников на фоне города в смоге резко обратился к властям. А сегодня нам говорят, что тушить Красноярскую тайгу – это, простите, экономически невыгодно. Вопрос. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину – это экономически выгодно? А может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 миллиарда рублей – это выгодно? Да вы там что, в своей Москве совсем уже здравый рассудок утратили? И особое внимание вот на эти слова. Вы часом не забыли, кто вытащил ваш зад из лап фашистов в декабре 41 года? Мы, сибиряки, требуем незамедлительного начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и Министерства обороны. Иначе есть у меня такое маленькое-маленькое предчувствие, что уже скоро настанет тот день, когда не могущество России будет прирастать Сибирью, а возрождение России начнется с Сибири. Николай сказал все абсолютно четко. Власть показывает полную неспособность справиться с ситуацией. Лично мне кажется, что митинги в Москве должны проходить вот по этой теме, а выборы уже на втором месте.
Это как раз и есть причина, зачем нам нужно поменять эту власть прогнившую. Но вторая часть слов журналиста имеет особый подтекст, что Сибирь — это другая Россия, как бы отдельная. Я не буду пускаться в долгие рассуждения. Вот свежая новость. В Китае, где, как вы знаете, жесткая цензура и мнения согласуются с линией партии, назвали Сахалин большой потерей для Пекина. Перевожу на русский язык. Ребята, вы за Сибирью присмотреть не можете. Значит, мы напоминаем, что Сибирь была нашей, китайской. Намек совершенно прозрачный. Именно сейчас, в разгар пожаров, они вбрасывают этот инфоповод. И эта дебиловатая власть реально ведет нас к развалу. И все в попытке скрыть свои преступления. Настолько они боятся правды, что избавляются от случайных свидетелей. Именно это произошло с Полом Филбером. Этот американский пожарный узнал, что у нас в Сибири проблемы с пожарами. И отправился в Забайкалье волонтером, добровольно, бесплатно тушить. В итоге суд постановил депортировать его, запретил въезд на 5 лет в Россию и выписал штраф. Мне кажется, власти испугались, что американец кому-то что-то расскажет об увиденном. А ведь в крае только весной этого года пожары нанесли ущерба на 1 миллиард рублей. Это были не самые крупные пожары. И другая история. Пилот МЧС Красноярского края рассказал, что за все время опасного сезона на севере Красноярского края им ни разу не дали команды вылететь на тушение лесных пожаров. Собеседник, близкий к источникам в авиационном отряде МЧС, рассказал, что на севере Красноярского края самолеты для тушения лесов ни разу не поднимались в воздух. «Каждый день я и вся команда просто дежурим. Есть 4 самолета. С начала пожаров ни один специализированный Б-200 не поднимался в воздух. Вокруг все горит и в дыму. Были разговоры, что вот-вот должны полететь, но приказов так и не было. Их отменяют, и причем никто не знает, в Москве или в крае. Пока для МЧС по регламенту угрозы нет и пожар тушить не нужно. На участках работают сотрудники авиалесохраны, рассказывает пилот. Что ребята могут сделать? Это просто отряды, которые высаживают в лесу. Они, грубо говоря, руками тушат пожары, и то только внизу. А знаете, сколько в тайге сухостоя? От шелкопряда просто штабелями лес мрет, и это все горит по верхушкам. Только с воздуха тушить вертолетами и самолетами, но нет. Это очень странно выглядит. О том, что пожары, которые никому не угрожают, тушить нецелесообразно, мужчина слышал, но уверен, что это уловка. Если бы на ранних этапах были подняты в воздух силы спасателей и были потушены главные очаги, то к сегодняшнему бедствию это бы не привело. И тут уместнее говорить не о пресловутой оптимизации, а об откровенном издевательстве. Помните, с чего мы начали? Пункт второй. Всех, кто подстрекает к поджогам или ведет агитацию против тушения лесных пожаров, арестовывать и под конвоем в ГУПЧК. Но, друзья, не все же так плохо. Правительство подготовило изменения в закон об охране Байкала. Предлагается запретить РЖД вырубку леса. Ой, что это я? Это не может быть. Правильно, наоборот. Разрешить вырубку леса вокруг Байкала. Будет уничтожено около 80 тысяч гектаров леса. Прямо вокруг Байкала. Вы удивлены? Я нет. Все делается против природы, против экологии, против народа. Представляете, реально под шумок сколько дополнительно вырубят. Чувствуете, друзья, чего-то в картинке во всей этой не хватает. И там плохо, и тут плохо. А как же спеть, сплясать? Олег Газманов и группа «Эскадрон» выступят в самом сердце Красноярского края, на 400-летии города Енисейска. Мероприятие обходится властям в 4,3 миллиона рублей. Там сейчас как раз бушуют самые лесные пожары. Некоторых жителей не устраивает, что деньги пойдут на концерт, а не на борьбу с огнем. Но кого волнует мнение челяди? Да и выступление отменить уже невозможно. Но в Министерстве культуры заявляют, что недовольных нет. А на это у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока.